аккумуляторная батарея от электровелосипеда фирмы Arches. Arches, как-то так. Так вот она выглядит в собранном состоянии. Сейчас мы ее разберем. Посмотрим, что там внутри. Так, собрано все на 4 винтиках. Никаких резиновых прокладок нету. Да, углубление в корпусе есть небольшое, но батарея получается не герметичная вообще. Внутри вот такая китайская сборка и пластиковые из пены демпферы. Качество сборки достойное, но это, конечно, не Франция. То есть бренд Arches — это французский бренд. Очень давно эта фирма существует на рынке. Сборка, разумеется, делается в Китае. Четыре контакта рабочих. Сейчас будем сборку разбирать и потом попозже тестировать на емкости. Внутри аккумулятора стоит такая небольшая плата. Но включение-выключение индикаторами. Плата с контактами. Провода нормальные, толстые. Сами крепления. Вот. А вот эти вот контакты. Да, тут папа-мама. Идут контакты. Такой вот изоляции. Вытаскивал. Просто отвалился. То есть он не припаян, ничего. Просто немножко обжат. Вот эта вот штучка, обжимка, должна была держать провод. Вот этот вот черный. Но она не припаяна и обжат кое-как. Соответственно, хорошо, что я его разобрал и решил посмотреть, что там внутри. Сам блок просто лежал внутри коробки. Держался за счет вот этих уплотнителей. Так, снизу у нас вот поролончик был подложен. Как вы помните, вот так это выглядело. Поролончик. Скотч армированный, донышко из текстолита, аккумулятор, опять текстолит, скотч и еще пластик. Здесь обычный аккумулятор 18650, емкость номинальная у них 2200, по факту, конечно, наверное, меньше. И контроллер. Контроллер 20 ампер. Значит, синяя термоусадочная пленка. Разрезал. Нанимаю блок. Блок — это просто, опять же, текстолит. Просто склеен армированным скотчем. Такая компактная, увесистая коробка. Больше килограмма она весит. Но очень аккуратно сделано. Красивенько. Хотя, конечно, очень дешево. Открываем дальше. Оторвал я скотч. Скотч отрывается не очень аккуратно. Смотри, вот такая сборка. Хорошие толстые пластины, хорошо они проварены. Все прочно, аккуратно. На 20 ампер контроллер. Контроллер маленький. Может быть, будет греться. Все вот таким вот скотчем обернуто, термостойким. Аккумуляторы No Name, не написано, кто производитель. Сборка получается 3 на 7, то есть 3 аккумулятора по 3200, по 2200, это 6600, то есть 6,5 ампер часов, и 7 в длину, то есть это 24 ваттный аккумулятор, то есть он в пике, у него получается там 28 ватт или 30, на разряде получается, соответственно, 7 на 3, 21 вольт, чуть побольше, на 22 вольта у него на разряд, и максимум, значит, где-то 28-30, типа того. Сделано все аккуратно, термоусадочка, хорошие никелевые ленты, в общем, все хорошо, бумажные наклеечки для защиты контактов. То есть сам аккумулятор сделан хорошо. Контроллер стоит самый простой. Маленький китайский. Но вот, конечно, не порадовало, что вот
такие совсем короткие проводочки, плохо зачищенные. И вот они должны быть хотя бы как-то припаяны. Вот сюда они обжаты и кое-как вываливаются. Ну, надо проверять, любой аккумулятор вскрывать.